Анамнез. Было воспаление легких, но уже прошло. Описание представленных КТ-томограмм пациентки 23 лет от 16 сентября 2019 года. Область исследования. Брюшная полость, забрюшинное пространство. Контрастное усиление. Не проводилось. Органы брюшной полости не в полном объеме вошли в зону сканирования, примерно до средней трети почек. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. На серии МСКДА органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Желудок обычных размеров правильно расположен. Печень левая доля не увеличена крут, 67 мм. Правая доля не вся вошла в зону сканирования. Контуры четкие, ровные. Нативная плотность плюс 50 плюс 60 Хаунсфилда. Желчные протоки не расширены. Желчный пузырь обычных размеров правильной формы. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Селезенка не увеличена, с четкими ровными контурами, без RGA контрастных очагов. Поджелудочная железа обычных размеров. Нижняя половина ее вне зоны сканирования, с четкими контурами. Паренхима однородна. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Надпочечник справа не увеличен обычной структуры. В теле с переходом на медиальную ножку левого надпочечника выявлено овоидной формы образования размером 17 на 15 на 8 мм. Контур его достаточно ровный, четкий. Нативная плотность минус 17 плюс 35 Хаунсфилда. Почки не увеличены, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистые ножки почек. Паранефральная клетчатка структурны. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Заключение. КТ-картина образования левого надпочечника. Более вероятно аденома. Рекомендована консультация эндокринолога. Для уточнения диагноза через 6 месяцев рекомендовано КТ с контрастом. Врач-рентгенолог КМН М.А. Котов, заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус, ассистент кафедры лучевой диагностики СГМУС И.И. Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. В легких у вас действительно была пневмония, причем на момент выполнения КТ вы болели больше недели. Собственно, брюшная полость не вся вошла в зону сканирования, но надпочечники вошли полностью. Правый нормальный, в левом есть аденома. Это доброкачественное образование, риска для жизни оно не представляет, но может способствовать нарушению гормонального состояния, провоцировать повышение давления. Вам нужно к эндокринологу. Также имеет смысл сделать контрольное КТ через 6 месяцев с контрастом для уточнения диагноза. Thank you.
Thank you.